Теперь насчет сервиса Google. В Google такого хорошего бесплатного инструмента по подбору ключевых слов, как WordStat Яндекс, для Яндекса вовсе нет. Но есть лишь сервис Google Trend, ссылка на него будет в описании. Итак, вы в область поиска вводите предполагаемый запрос, и сервис выводит данные в виде графика, из которого мы можем понять не только насколько популярен той или иной запрос, но также возможно отследить динамику интереса к данному запросу со стороны потенциальной аудитории в разрезе временного периода. Кстати говоря, нечто подобное есть и у WordStat. В WordStat Яндекс вам просто нужно кликнуть по вкладке «История запросов». Но давайте вернемся к Google. В общем, абсолютных цифр по количеству запросов, как, например, WordStat Яндекс, мы не получим, а можем лишь вынести свое мнение о том или ином запросе, исходя из данного графика. Но в принципе можно предположить, что люди, вводящие запросы в Яндексе или Гугле, в анализируемой тематике приблизительно одна и та же аудитория, и плюс-минус их запросы должны совпадать. Но все нужно анализировать конкретно на своем проекте. Есть и платные сервисы по подбору слов. Если вы загуглите данный вопрос, то без сомнения очень быстро найдете информацию о рекомендованных сервисах. В общем, я решил сделать такое дополнение в прошлой серии, потому что немного упустил данный момент. Ну а следующая серия выйдет в течение 2 дней, где я расскажу о самой сути продвижения, а именно о том, как настроить свой сайт, разработанный на WordPress, под поиск.